Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. Зачем ты пришел? Разве не ты говорил, что семья – это самая большая ложь? Теперь ты можешь успокоиться. Все кончено. Мама ушла. Сестра ушла. У нас больше нет семьи. У меня есть ты. Что? О чем ты? Ты до сих пор... Мне не нужна твоя любовь. Люби ее. Посмотри на нее. Хотя бы сегодня посмотри на нее. Что ты за отец такой? Вот такой я отец. Зачем ты пришел? Как ты посмел прийти сюда? Ты никогда не был ей отцом. Она была маленькой, болела. Ты бросил ее и ушел. Да, ушел. Ты ни разу не обнял ее. Ты никогда не дорожил ею. Ты никогда не смотрел на нее. Разве я не права? Права. Тогда почему ты пришел? Почему? Бахар ушла. Твоя дочь умерла. Ты недостойный отец. Теперь посмотри на это. Возьми и посмотри. Бери, сволочь, бери. Теперь это прижми к груди. Ты говоришь неправду, не так ли? Ты тоже не можешь смотреть на ее могилу. Сердце разрывается, да? Иди сюда, папа, иди сюда. Посмотри на свою дочь. Посмотри хотя бы сейчас. Бахар, что случилось с тобой, дочка? Кто поступил так с тобой? Не плачь, папа. Папа, не плачь. И знаешь почему? Потому что сейчас ты соберешься и придумаешь для меня самую кровавую игру. Самую страшную игру. Самую беспощадную игру. Потому что я отомщу за ее смерть даже ценой собственной жизни. Договорились, папа? Выиграть второй шанс, дочка, означает потерять первый. С нами тоже так было. Так случилось, что молодой человек отбросил и друзей, и врагов.